По инициативе «Единой России» правительство выделило 5 миллиардов рублей на модернизацию Почты России. За 3 года в нормативное состояние приведут более 25 тысяч почтовых отделений страны. В них можно будет получать госуслуги и приобретать безрецептурные лекарства. Почта должна быть красивой, просторной, комфортной для жителей и сотрудников, отметил губернатор Московской области, член Высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Воробьев. Проект по мониторингу и ремонту почтовых отделений стартовал в Подмосковье год назад. За это время удалось привести в порядок более 350 помещений.